контракт на ваши гастроли уже подписан. И я думаю, наша публика будет в восторге. Вы еще не видели их коронный номер, господин Штерн? А я сейчас надеюсь, я видел. Товарищ полковник, ну отдайте мне дело Жунова. Ну смотрите, сколько материала он собирал, только кое-какие детали остались. А я тебе говорю, дело Жунова будет вести Крутин. А ты поезжай в цирк и узнай, что там и почему. Что там выяснять? Очевидно, несчастный случай. А какой ты больно скорый, а? Ты еще вот не был, а уже выводы делаешь. Там травмы серьезные. Так что поезжай и опроси всех. Товарищ полковник. Капитан Крылов, вы все поняли? Ну чё? Макс! Я чё, просто так 5 лет парился на вечернем, чтобы потом по цирку ползать и выяснять, кто в какую какашку наступил? Макс, остынь. Соперник твой нет. Да чё, это точно. Дело по-тихому совет. Чё мы перед пенсией-то напрягаться? Здравствуйте, ребятки. Едете куда-нибудь, а то мне в морг надо. Подбросите? Да вот Макс подбросит. Я на служебке поеду. Там увидимся. Ты завтракал? Не помню. Вот, я так и знала, что ты не завтракал. Я вчера пекла пирожки и салфетка, как будто как в прошлый раз. Нет, только перестань, пожалуйста, от твоего сюсюканья уже вот здесь. Не надо из меня второго Петьку делать. Спасибо. Пожалуйста. Рит, прости, пожалуйста. К нам давно не заходишь. На работе от меня бегаешь. Макс. Скажи мне честно, ты хочешь расстаться? У тебя другая есть? Господи, мне еще этого до кучи не хватало. Перестань. Просто Петька по тебе очень скучает. Я тоже очень скучаю. Спрашивает, почему ты не живешь с нами. Ритусик, нам сейчас съезжаться, ну вот вообще не вариант. Дай хотя бы на ноги встану. Ладно? Конечно. Твой морг. Ой, извините меня, ради бога. Я прямо сейчас из больницы. Лизу на операцию повезли. Вон она, красавица. Угу. А, так вот, присаживайтесь. Спасибо. Рядом Кирилл Макаров, руководитель группы. Валя Семина, Гена Шумской. 5 лет работают вместе. 5 лет. Понятно. А когда они из больнички-то вернутся? Да так они и здесь. Я один ездил. Как интересно. Странно, как совпало через несколько дней. Годовщина гибели ее родителей. А у нее родители что, тоже были эти? Да. Вот. Всех, кого мог, опросил. Даже знаешь кого? Заклинательницу змей. Ага. Все в одну говорят. Здрасте. Здрасте. Говорят, у них прекрасные отношения в коллективе были. Так. Здрасте. Здрасте. Слушай, а ты глянь пока гримеру Губерникову. А я сейчас подойду. Ой,
Простите, пожалуйста, я тут из Гвозденца весь. Где можно почиститься, а? Ну, вот, возьмите. Спасибо. А вы, Верниковой, кем приходите? Никем. Билетерша и уборщица на полставки. Тетя Поля. Вот это ее место, да? Вы так переживаете, остальные как-то более сдержаны. Оказалось вам. Все? Все переживают. А так мы все ведь как одна семья. Ну, в семьях, знаете, как. У одних совет да любовь, а другие грызутся каждый день. Не без этого. Сегодня, Кирюшка, на Лизу утром орал, но это ж не со зла, а для дел. Ну вот, все. Ага. Спасибо. Значит, Макаров на Верникова кричал сегодня, да? Кто кричал? Кирюша. Кирилл на Лизу? Ну, вы только что сказали. Да вы что? Да он ни слова дурного мне скажет. Да она ему родней сестры. Это цирк. Понимать надо. Все понятно. Спасибо. А это что? Дозепин. Транквилизатор? Они же нарушают координацию. Валя. Я чего-то не знаю. А это тут при чем? Я, в отличие от некоторых, по чужим вещам не шарюсь. Нет, ну если она это употребляла, то тогда понятно, почему... Подожди, Лиза же не сумасшедшая. Она не будет глотать колеса перед выступлением. Здравствуйте. Упаковывай и крити на экспертизу. Еще нужно, чтобы Верникова кровь сдала на наличие транквилизатора. Ну что ж, господа, что же вы так? 5 лет вместе работаете, про годовщину гибели родителей не знаете ничего. Началось. Все мы знаем, все мы помним. Это было 100 лет назад. Лиза уже успокоилась. Понятно. А утром что произошло? Я вам уже говорил, ничего. Встретились, трепетировали и разъехались. А свидетели говорят, что произошла у вас с потерпевшей крупная ссора. А вы приведите свидетелей, пусть мне в глаза это скажут. Вы же понимаете, что это полная чушь. Лиза одна из нас, прекрасная артистка, и мы все ею очень дорожим. Очень дорожить? Очень дорожим. Видишь, Гриша, поэтому они здесь, а не у дверей операционной. Здрасте. Здрасте. О, добрый. Валя. Кира, очень нужно 200 рублей. Здравствуйте, Елизавета Викторовна. Я следователь. Крылов Максим Станиславович. Следователь? Зачем следователь? Ну, дело в том, что вы разбились во время представления. Я провожу доследственную проверку. Если кто-то виноват, я должен это выяснить, найти и наказать. Виновные? Ну да. А я знаю, кто виноват. Это очень хорошо. Назовите фамилию. Я. Виновата я. Уверены? Да, уверена. У меня родители разбились много лет назад. Скоро годовщина, я очень боюсь этой даты. Я наглоталась таблеток. Ребята об этом не знали. Я всех подвела. Ясно. И сколько таблеток пифамизина вы приняли? 2. Как долго принимали? Только в этот день. Лиза, дело в том, что ваш транквилизатор называется дозепин. И в упаковке не хватает 4 таблеток. Значит, я перепутала.
Извините, я очень устала. Понимаю. Я сейчас уйду. Последний вопрос. В день представления вы с Макаровым поругались. Можно узнать, из-за чего? Я ни с кем не ругалась. И не надо никого впутывать. Виновата я. И ходить ко мне не надо. Выздоравливайте. Халатик. А, спасибо. Я это, про Лизу. Что? Родным бы извякнуть, а то у нее, ну, даже белья нет. Пусть принесут. А что, сама не можешь позвонить? Да гордая она. Говорит, никого тревожить не хочу. Mm-hmm. Ну, у вас-то уж в полиции все телефоны знаете. Хорошо. А это результат биохимии. В крови найдены следы транквилизатора. Угу. Ну, значит, несчастный случай. Так оно и к лучшему. А то у меня уже звоночек был сверху. Похоже, кого-то из них крутые связи. Ну, короче, пиши постановление об отсутствии оснований для возбуждения дела. Сверху звонили. Если у них все чисто, зачем связи подключать? Да у них гастроли в Европу, а тут мы со своей проверкой их держим. Слушай, а как они без Верника выступать-то будут? Они что, пригласили кого? Говорят, что номер на троих переделали, и все. О. Товарищ полковник, мне бы еще сутки. Темнят они что-то. Ну, чего там еще выяснять-то? Верникова не знает название таблеток, которые принимает. Бирельтерша сначала проговорилась, что у Макарова с Верниковой был конфликт в день представления. Теперь в отказку пошла. В больнице Верникову никто из циркачей не навестил и не проведал. Знаешь, Крылов, по мне так ты какой-то вот ерундой страдаешь. Сутки тебе. Нароешь что-нибудь, банкуй. Нет? Пиши отказ в возбуждении. Все, свободный. Ключ-то от своей комнаты Лиска мне оставляет. А то как-то потеряла. Пришлось вон через балкон лезть. Ей-то что, она акробатка. А меня чуть Кондратий не хватил, когда я увидел, как она по карнизам-то сигает. А вот это она с гастроли привозит. Вон, целую коллекцию собрала. Руками не дает брать. Не-не, говорит. А это кто? Лиза говорила, это вроде бы брат ее. Как же его зовут-то? А, вот, Тимоха. Тимоха. А Лиза говорила, он вроде бы где-то на Кавказе живет. Ясно. Назар Михайлович. Да. А вы не знаете, случайно, где Лизка пилишка хранит? Не знаю я. Ищите сами, что хотите. Угу. Пожалуйста. Вы что, рылись в моих вещах? Вам кто дал право? Вы что, у меня там обыск устраивали? Ну, для обыска нет никаких оснований. Вы же потерпевшая, а не подозреваемая. Потом ваша нянечка попросила, я решил помочь. Но ваша же цирковая семья не торопится высказывать свои родственные чувства. А вот это вас совершенно не касается. Ну да. Вы хотите посадить кого-нибудь? С нами вам ничего не обломится, понятно? Это был несчастный случай. Виновата я одна. Все, точка, конец. Я все понял. Елизавета Викторовна, позвоните мне, пожалуйста, до завтра, если что-то вспомните. Иначе завтра мне придется отказать в открытии дела. Макс, ну что случилось? Я же вижу, что ты весь вечер где-то летаешь, что ты не здесь, ты далеко.
что-то случилось? Нет. Я устал. Слушай, малыш, давай просто поспим сегодня, ладно? Только не обижайся, Лиза. Лиза, это кто? Макс! Что? У тебя есть другая? Рит, перестань. Ничего себе. Нет, теперь все понятно, Макс. Вот я дура. Рит, не заводись из-за ерунды, я тебя умоляю, ладно? А это ерунда, да? У тебя все, все у тебя в жизни ерунда. Поспал. Я только знаешь что? Что? Я жизни хочу нормальной. Я хочу семьи нормальной. Я не хочу гадать вечерами, придет, не придет. Я правда хочу, понял? Правда? Хочу правды. Хорошо. Вот тебе правда. Так. Я тебя не люблю. Ясно? Макс! Максик! Макс! Тетя Маш, вот зачем вы просили этого полицейского с моим бельем ездить? А больше некого было. Твои все уехали на гастроли, а он, я вижу, парень добрый. И на тебя, похоже, заглядывается. О, я знаю, как он заглядывается. Посадить ему кого-то надо. Это все забуду. Девонька, молодая ты еще. Давай-ка, ешь лучше, пока не остыла. Котлетки домашние. Сама жарила. Спасибо. Успокойся, я тебя прошу, ты мне сейчас всех мамаш распугаешь. Что мне делать, Том? Что мне делать? Скажи, я жизни без него не мыслю, но у него другая. Да какая другая? Ну, вспомнил мужик ночью какую-то Лизу. Ну, помечтал и забыл, а ты все, конец света. Я как будто бы током ударила. Я вообще ничего соображать не могла. А соображать нужно. Алло. Тетя Поль, здрасте. Да, здравствуйте, это Лиза Верникова. Да. Ну ничего, отдыхаю, прям как на курорте. Да, тетя Поль, тут дело такое. Мне нужно немного денег с карточки снять, а сходить некому. Вы не могли... А, в деревне. Понятно. Нет, все хорошо, я разберусь. Спасибо. Спасибо, тетя Поль. Да, до свидания. Здравствуйте, это Верникова. Да, я кое-что вспомнила. Приезжайте. А что вам сказать, Лиза? Ничего утешительного. Нужно быть мудрее и хитрее. Когда хитрее, он ушел уже. Ну как ушел, так и вернется. Ты главное сама пойми, нужен он тебе или не нужен. Не нужен, Рин. Все. Раз нужен, значит, будет твоим. Ты, главное, дома истерики больше не устраивай. Ходи такая вся грустненькая, печальная. Мужики, они жалостливые. Он тебя приголубит, приласкает и все. А там, глядишь, и снова нашим будет. Рита, все хорошо. Ну, спасибо тебе, Тук. Thank you.
Лиза. Он сказал, что я никогда не вернусь в цирк. Лиза, послушай меня. Я обязательно вернусь. Я обещаю. Слышишь? Тимоша! Ты приехал. Это мой брат, Тимоша. А это мой муж. Очень приятно. Очень приятно. Поздравляю. Тимоша. Я поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Вот я, прости, что опоздал с корабля на Бауэ. Кстати, спасибо вам. Я слышал, вы квартиру продали, оплатили операцию. Это просто чудо какое-то. Это настоящее чудо. Я вернусь в цирк, все будет супер, супер. Жизнь прекрасна. Поехали праздновать? Нет, я не могу. У меня самолет через 3 часа. Прости, я ничего не могу поделать. Работа. Подожди, Тимош, подожди. Ты только приехал. Ну, что там за один день случится с твоим заводом? Оставайся. Я финансовый директор. Без меня все дела встанут. Ну, ты не расстраивайся. Мы здесь филиал будем открывать скоро. Я буду часто бывать. Хорошо. Ладно. Лети. Я еще раз поздравляю. Если Максим будет тебя обижать, ты скажи мне. Не беспокойся, я не обижу. Кстати, у меня новый телефон подскинули. Давай запущу. Давайте домой. Да. Пожалуйста. Последний я вызвал. Поздравляю. Береги себя. Пожалуйста. Внезапно. Смотри, красивые какие. Прям подходят друг к другу. Кстати, Макс квартиру купил, ипотеку. Понятно. А ты чего не пошел на свадьбу? Да ты посмотри на них. Им больше никто и не нужен. А это что за чудо? Что это, дневник с девичьими секретами? Нет. Показывай. Это мамин подарок на 10 лет. Мобильных телефонов тогда не дарили, так что я записала сюда телефоны всех своих друзей. И много их у тебя? Да, было много. Только не виделись давно. Ясно. Ну что, куда? Выбирай. Отлично. Спасибо большое. Ну что, кино? Давай. Заказывай. Про любовь. Про любовь, прошу же еще. Так, про любовь. Это на что? Любовники на берегу Сены сойдет? Отлично. Ричард Гейл, Алиса Дерби, Майкл Бёрд и Синди Раш. Поглядим. Выходи скорей. Что такое?
Да мы все репетиции снимали на видео для работы. А это... Наверное, я должна была тебе рассказать. Просто это было очень-очень давно. Нет, ты не подумай, я в прошлом не ревную, но... Если у вас с Кириллом были отношения, то... Ты что? Вы же поссорились в тот день перед представлением, когда ты упала. И если вы поругались, он же мог отомстить. Я тебе уже говорила, мы не ссорились. И не было у нас никаких таких отношений. Просто девочка увлеклась своим наставником. Рада, это ты, а для Кирилла оно же могло быть все очень серьезно. Лисенок, расскажи мне, пожалуйста, что тогда произошло? Что случилось? Да ничего, ничего не случилось, Макс. Тебе тетя Поля напела, ты и поверил. Она сплетница и дура. Понятно? Ничего не было. И не надо больше со мной об этом говорить. Пожалуйста. Да, такого в моей практике еще не было. Ну что? Ну что, поздравляю вас, Лиза. За 4 месяца такой прогресс. Это фантастика какая-то. То есть мы с мужем не зря делали эту дорогущую операцию? А если бы не операция, таким мужьям, как ваш Максим, я вам скажу, памятники надо ставить, что там говорить. Я думаю, что с памятником мы подождем, а то он зазнается. Вот молодец. Чувство юмора уже вернулось. Игорь Станиславович, да. А я смогу вернуться... На Лену? В манеж. А, манеж. Ну, думаю, через полгодика. А сейчас можно приступить к тренировкам. Да? Конечно! Игорь Станиславович! Что, Крылов, хотел дело Жонова? Получи. Родин в больницу загремел. Так что срочно вникай и завтра представишь мне план мероприятий. И не благодари меня, не надо. Все, свободен. На массаж я завтра прийти, к сожалению, не смогу. Ну, не получается. Да, всего доброго. Деньги закончились? Да ладно, а премия? Я ж тебе неделю назад... Всю. Все? Скоро наши вернутся, а я не готова. Слушай, Лиз, ты со своими этими вашими, нашими уже, честное слово. Они тебе за целый год даже не позвонили. Ты уверена, что они тебя ждут? Да ты не понимаешь, это цирковые. Цирковые — это фанатики, им не до всяких там сюси-пуси. Все, прости, пожалуйста. Прости.
Я достану деньги. Достану. Слышишь? Разбудил, извини. Макс, вот ты вроде не новобрачный, а с утра всегда сонный приходишь. Однако. В том-то и дело, что однако. Да не, все нормально, Гриш. Ты не мог бы мне денег одолжить, я в зарплату отдам. Что? Опять? Угу. Ты, друг, по-моему, уже всем должен. Что стряслось-то, а? Кредит досрочно гасишь? Или молодая жена? Хотелось бы без комментариев. Просто одолжишь или нет, я не обижусь. Сколько вам, граф? Ну, хотя бы пятерку. Пятерку? Угу. Ну, можно и пятерку. Держи. Спасибо. Макс, точно хватит? На, вот, держи, Рокфеллер. Только больше не проси. Ты меня просто спас. Спасибо. Ну, рассказывай, что стряслось-то? Сейчас. Да. Ну, я. Ну, так он рядом сидит. А что случилось? Да ладно. Я передам. Чего хотели-то? Жену нашли. Жену? Да, я с вами. Чёртовой матери. Какой из меня следует? Пойду вот. Просто пойду. Ума не смотри. Не ты один виноват, все хороши. Не надо меня успокаивать. Макс, мы твои друзья. Мы рядом. Поехали домой. Чё смотришь? Налей ещё. Сплотитесь сначала. Пошел ты с этим своим сочувствием к черту! Че, контуженный я? На, давай. Да. Привет. Привет.
Лиз, прости. Дежурствует ночное. Ночное, внеплановое. И вообще вся эта ситуация дурацкая. Ничего страшного, я так и подумала. Прости, что не предупредил. Блин, какая гадость. Что? Да, трава эта диетическая. Ненавижу чечевицу. Ну так не ешь. Надо. Мне все надо. И диета, и массаж. Чудо, да? Чудо. Алло, Василий? Да, это Лиза. Скажите, а у вас времечко сегодня для меня найдется? Через час. Все. Да, да, лечу. Спасибо. А у нас чистые глаженые рубашки есть? Что? Чистые рубашки. Я не знаю. Посмотри, ну, там. У меня совещание с начальством. Мне очень нужно. Макс, ну я тороплюсь. А рубашки? Рубашку можно купить. Будет чистая, глаженная. Угу. Ну что, я умница у тебя? Скажи. Пока. Пока. А Лизе забыл сказать. Ну-ну. Давно хотела тебе вернуть. Повесь. Над чем трудишься? Спасибо. Смотри, смотри, что я придумала. Так, и что это у нас? А что за стрелочки? План ограбления банка? Да? Ты следователь. Все мысли. Об одном. Нет. Это мой новый номер. Кирюха будет в восторге. Я... Макс. Да, сейчас. Держи. Спасибо. Да? Да, привет. Что? Наконец-то! Макс, Макс, ребята вернулись! Ребята вернулись! Готовы? Да. И? Уже пошли, девочки!
Шире, шире расходитесь, манеж большой. Кира. Стоп, 5 минут перерыв. Привет. 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 Ну что, я полностью восстановилась. Я готова вернуться в нашу группу. Ты рад? Очень. Слушай, Лиз, тут такое дело. В общем, Алена тебя полностью заменила. Мы с ней за год сработались, и она очень хорошо справляется с программой. Ну, хорошо, мы можем выступать по очереди. Это не важно, я придумала очень классный новый номер. Ребят, это сенсация. Я вам клянусь, такого еще никто никогда не делал. Слушай, ну если ты уверена в успехе, набери себе новую группу. А вы, ребят? Прости, дорогая, но Кирилл у нас главный, он все решает. Лизка, ну, время идет, все меняется, мы тоже. Прости. Как так, ребят? Как так? Я же вас прикрывала, я вас ждала, вы мне как родные. Лиз, извини, нам работать нужно. Пока. Давайте, за работу все. Быстрее, быстрее! Старайтесь шире, шире, шире все делать. Шире! Случилось? Что такое? Что произошло? Я всем предатель. Ребята, и директор, я никому не нужна. Иди, иди ко мне на ручки. Ой, ты моя маленькая. Все, успокойся. Я ненавижу их, боже мой. Я всем отомщу. Твари. Пожалею, да не твари. Тихо, тихо, Thank you.
Я как увидел его, сразу к нему. Думал, может, живой еще. А вы можете что-нибудь добавить? Говорил я ему, шел бы домой бухать. Здесь ведь шею сломать за милую душу. А он, я цирковой. Всю жизнь, говорит, по краю жизни хожу, вот. Так и сказал. Да. Как близко вы были знакомы с потерпевшим? Не так, чтоб близко. Бывал он здесь, да. По вечерам он рыбачить любил. Угу. Спасибо, Гришка, продолжай. Ну, а по вечерам как часто он приходил? Ну, не так, чтоб часто. Ну, 2 раза в неделю было. Ну что, время смерти? С 3 до 5 утра, но следов насильственных я не наблюдаю. Хотя алкоголь в кровушке будет зашкаливать. А это что, что-то интересное? Пока не знаю. Вася там закончил? Вася! Вещи потерпевшего нужно упаковать. Поедем. Да. Ну, спасибо. Невозможно до этого цирка дозвониться. Ну, ёлы-палы. Давай поедем сразу туда. Сейчас на сервис заскочу, заберу машину и доеду. А ты этих с экспертизой поторопи. Лады. Макс, кстати, циркач с Лиской твоей работал. Тварь, я всем отомщу! Пожалею, да не тварь! Макс. А, что? Да, извини, я это... задумался. Что с Лиской? Я говорю, утопленник. Выступал с твоей женой. Может, у нее что спросить? А что спрашивать-то? Они больше года не общались. Потом дом, семья, травма эта. Ну, понимаешь. Я спрошу, спрошу. Где ты пропадала всю ночь? Я каталась по городу. Я тебе записку оставила. Ты не видел, что ли? Видел. Mm-hmm. И на пруду была, да? Да.
на берегу постояла, успокаивает. А ты откуда знаешь? Я только оттуда. Там ночью утонул Кирилл Макаров. То есть, как утонул? Он был пьян. Похоже, упал с берега, потерял сознание и захлебнулся. Господи. Лиза. Лиза, тихо, послушай меня. Слышишь меня? Ты вчера кричала, что ты его ненавидишь, что ты ему отомстишь, потом ему звонила. Да, звонила, но он сбросил звонок. Потом ты поехала на пруд и была там как раз в то самое время, когда он погиб. Ты что, ты думаешь? Я ничего не думаю. Мне просто нужно разобраться. В чем разобраться? В чем разобраться, Макс? У меня друг погиб, я с ним полжизни вместе, а ты подозреваешь меня? Я тебе верю, но другие... Что другие? Другие могут подумать, что ты оказалась там не случайно. Понимаешь? Другие могут подумать. Понятно. А что тянуть тогда, Макс? Лиза. Что тянуть? Давай пиши, что там у тебя, рапорт или как это называется. Мол, так и так. Лиза. Выяснил обстоятельства, нашел улики, моя жена убийца. Давай. Лиза. Давай, давай, поощрение получишь, дело раскроешь. Лиза, да я не это имел в виду. Лиз, 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 открой, пожалуйста. Я не это имел в виду. Может, ты видела что-нибудь? Лиз. Пожалуйста, открой, Лиз. Была Лизка. Видать, своих искала. Орали, ой, мама. Да что ты тут ходишь, тут прям? Ну, Лизка больше-то всех. Видать, наши-то отшили ее. Выскочила вся в слезах прямо к директору. Ну, что у директора было, не знаю, врать не буду. Ну, и ты тоже, пожалуйста. Я могила, мне бы как раз с вашим директором переговорить бы. Так он же уехал. За границу. Гастроли выбивать. Ой, хоть бы раз с собой взяли. Ну, хоть бы разочек, а. И на кой он тебе? Ваш артист погиб. Кирилл Макаров. Ой, горе-то какой. Мне бы адресок семье сообщить. Ну так нет же у него никого. Он же детдомовский. Вот тут вся его семья. Ну так может кто-нибудь из партнеров здесь? Так они же в отпуск разъехались после гастролей. Может, Генка, он тут в общежитии, рядом. Найду, спасибо. Ой, мамочка. Здрасте, раскрасьте. Лизка подослала. Ты пойми, что ты для своих урок начальник, для меня ты никто. Мне как Макаров скажет, так и будет. Макаров вообще-то утонул сегодня ночью на пруду. Как утонул? Я еще не знаю, пытаюсь разобраться. Ой-ёлки. Он же меня звал на рыбалку. Подожди, а Вальке ты говорил? Еще нет. Но мне в любом случае придется с ней поговорить. Вы не подскажете, где она живет? Знаю, как ты скажешь. Не лезь в это дело, короче, я сам ей сообщу все. Гражданин Шумской, я следователь. И мне в любом случае придется опросить каждого из вашей четверки. Ты жену свою опроси. Это ее работа. Сглазил мужика. Еще раз так мою жену назовешь. Да пошел ты! По повестке вызывай, там и будем разговаривать. Со мной как с чужой. Как будто я ему не жена, а... А что же ты хотела, девонька? Ведь ты же о себе думала. А на мужа наплевала. А мужик-то у тебя. Золото. Все, все, все для тебя. А ты все цирк, 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 цирк. Не пропади он пропадом, этот цирк. Ну, ты так-то уж не горячись, девонька. А я знаю, что делать. Держи. О. И это тоже тебе. Проголодаешься, поешь.
А то тебя скоро ветром начнет сносить. Да ладно тебе за глупость. И куда только твоя жена смотрит. Ритусик, мы ж вроде договорились, да? Спасибо. Слепок верни, Макс. Я видела, что это ты его стащил. Что значит стащил? Я следователь. Могу воспользоваться вещдоком в любой момент. Особенно, когда ты хочешь скрыть улики. Даже след от твоей машины. Да, Макс? Ты с ума сошла? У Лизы был роман с Макаровым. Откуда знаешь? В цирке очень разговорчивые люди есть. Думаешь, я Макарова из ревности утопила? Думала. Круто. Пока не провела осмотр трупа. А потом ты стал сверять протектор. Потом ты пошел в гараж. Следила за мной? Я боялась за тебя. И сейчас боюсь, Макс. Хорошо, если у пруда был не ты, значит, была твоя жена. У нее мотив есть. Какой мотив? Как Лиза с мужиком-то справилась? Он был пьян. С ним справился любой бы ребенок. Все, я не могу эту глупость слушать больше. И кто тебе сказал, что протектор совпал? Послушай, а почему тогда ты не возвращаешь его на место, слепок? Макс! Макс! Это опасные игры. Пожалуйста, верни слепок, он значится в протоколе. Я обещаю, я никому ничего не скажу. И, пожалуйста, разберись со своей женой. Я сердцем чувствую, Макс. Она тебя доведет до беды. Значит, судьба такая. Привет. Привет. Голодный? Макс, прости меня, пожалуйста. Я сорвалась так просто. Ну, не чужой мне человек был. Я виноват. Полез с этими своими дурацкими расспросами совершенно не вовремя. Домой прихожу, тебя нет. Звоню тебе на телефон, ты трубку не берешь. Испугался, честное слово. Просто в магазине шум. Боялся, что меня похитили? Нет, думал, что ты ушла. Не дождетесь, мой капитан. Макс, я хочу, чтобы между нами все было по-честному. Я была у пруда ночью. Я ездила к Кириллу. Я знала его привычки. Он часто по ночам там с удочкой зависает. И вот. Зачем? Над отчаяние. Хотела уговорить его вернуть меня в группу, но мы просто наорали друг на друга. Я послала его и уехала. Во сколько это было? 12:00. А потом? А потом я каталась по городу, пыталась успокоиться. Ты мне веришь? Конечно. Почему сразу нельзя было все это рассказать? Ну, ерунда какая-то. Я растерялась. Я испугалась, что ты будешь меня ревновать. Решишь, что я тебя с бывшим изменяю. Макс, ну... Прости, Макс. Да. Ты что в куртке-то сидишь? А, я не знаю. Сейчас сниму. Пирожки? Домашние? Да. Уборщица наша. Вера Павловна. Внукам своим печет, ну и нас заодно подкармливает. Прости. Прости.
Сынок, ты чего не спишь, а? Это Рэк не спит, по дяде Максу скучает. Что вы говорите? Ну-ка, иди сюда вместе с Рексом. Макс, он скучает. Ну, слушай, это дядя Макс. Спи. Он хороший и добрый. Хороший. Случилось, помни об этом. Макс, я хочу ребенка. Я тоже. Гуси-лебеди, что у нас по утопленнику? Акт исследования тела. Следов насильственной смерти не обнаружено, но этанол в крови зашкаливает. 2,5 промилле. Он не хватает контроля потерять. А он что, один так насосался? Ну почему же? Там были не только его следы. Судя по картине на месте происшествия, Макаров был один. Вот еще по воде, вилами. Факты нужны кого? Факты. Шевелитесь. Ну, поищите среди рыбаков. Цирковых допросите. Может, у него конфликты были, враги? В цирке сказали, что врагов у него нет. Могут скрывать. Цирк — это еще тот гадюшник. То, что гадюшник, это точно. Там этих змей дрессировано. Слушай, дай, Чебарев, ты давай, не отвлекайся. Нас интересуют люди. Люди. Все зло от них. Короче, выяснить все обстоятельства. Усекли? Так точно. Свободный. Держи. Я во всем разобрался. Лиза действительно была у пруда, разговаривала с Макаровым, но уехала задолго до его гибели. Все проверил. Все сходится. И это обычное совпадение. Ну и ладушки. Угу. Хорошо, ты вовремя резину поменял, да? А ты наблюдательная. Ну так. Профессия обязывает. Ну да. Спасибо, что не заложил. Неужели ты сомневался во мне? С меня причитается. Не боишься, что на слове поймаю? Не боюсь. А если так поймаю?
страшно? Да не бойся ты. Мне от тебя ничего не нужно, Макс Крылов. Просто хочу, чтобы ты знал, если вдруг тебе понадобится моя помощь, ты можешь на меня положиться. А у кого Нюха? Нюха, Макс. Завтра у Петьки. Вот заказала торт, курьер принес. Вот я дурак. Беспамятный. Пока. Пока. А, черт. Привет. Да, привет. Ой, это что, мне? Да, это а кому еще? Конечно, тебе. Извини, просто лисенков не нашлось. Шабакин. Какой хороший. А... У меня день рождения через месяц. Я знаю, просто в магазине там какая-то акция, вот сунули, в общем, эту ерунду. А как твои дела? Дела нормально. Я была дома, делала уборку, ждала тебя. Хотела твои рубашки постирать. Да вот... Ну да, я же их уже в прачечную отнес. Ну, не хотел тебя нагружать. Понятно. Понятно. Как дела на работе? А что это ты вдруг про работу интересуешься? Раньше как-то тебе это... раньше было раньше. А сейчас мне все интересно, все, что с тобой происходит. Так что докладывайте, капитан Крылов. Ну, хорошо, хорошо, докладываю. Ну, сегодня был вызван к начальству по поводу гибели... Кирилла. И что же начальство? Начальство считает, что это несчастный случай, но... А ты? Нет, там чисто все. Просто теперь нужно найти свидетелей, и мне придется ехать в твой цирк, общаться с твоими бывшими партнерами. Зачем? Ну, я же объясняю, что там нужно окончательно убедиться, что это несчастный случай, и все. Ты не переживай. Все как бы под контролем. Я не переживаю. И тихо. Харе долбить дятел, а! Сказал же, выходной! А, ты, это, привет. Прости, так в прошлый раз спылил это, я... Я причем, ну, просто не каждый день партнеры умирают. Я... Садись, давай, выпьем, давай. Спасибо, я на службе. Кирюха так постоянно говорил. Работа, риск. Постоянно все отказывался. Что, совсем не пил? Не, ну как? Рюмашку-то две, конечно, на праздничек какой-нибудь. Мог, а вот так нет. Может, все-таки выпьем? Извини. Ладно. Ты в себя приходи, я пока Семёна допрошу. Не получится. Валька слегла. А что с ней? Крыша поехала. Я и про Кирюху рассказал. Ну, сорвалась. Я Ленку под руки и больничку. Больнички сказали, что... Кранты. Всем нам кранты. Что значит всем? То и значит. Резко поломалась.
Кирюха в морге. Валька в дурке. Все. Это нет группы. Потому и гранты. Здравствуйте. Здрасте. Это врач предупреждал, что он придет. Садитесь только, давайте недолго. Ей вот только что укол сделали. Хорошо. Я Максим Станиславович Крылов. Я знаю, кто вы. Вы меня допрашивали год назад. Вы муж этой твари. Все из-за нее. Лиза здесь совершенно ни при чем, и она больше года уже с вами не работает. Все из-за нее. Как она тогда грохнулась, так все наперекосяк и пошло. Она и вам устроит веселую жизнь. И все-таки я хотел спросить о другом. Вы знали, что Макаров на рыбалку пойдет? Знала. Знала, будь она проклята. Он ведь в таком напряжении был. Каждый выход, каждое выступление, ответственность за всех. А я знала! Знала, что уберегла! Валя. И не уберегла моего Кирюху! Позовите сестру! Сестра! Кирюшенька, Кирюша! Знала я! Валя! Макс, привет! Ну что, ты скоро? У меня для тебя сюрприз. Лисенок, у нас сегодня усиление объявили. Все на дежурстве. Я очень постараюсь быть не поздно. Ладно, пока. Хорошо. Дядя Максим! Да кто это у меня, да? А кто у нас сегодня родился? Привет. Ну, Петька, тебе штат. Прости. Кто такой Петька? Петька. Петька — это эксперт наш, Петька Иванов. У него сегодня днюха. Вот мы его поздравили чуток. Нехорошо жене врать. Почему врать? Ну как, сказал, что у тебя дежурство, усиление там какое-то, а сам на банкет пошел? Да перестань, как у банкета. Так, чисто символически. Забежали, поздравили, на... и все. Водички попьем. Тебе принести? В холодильнике минералка. Ну что, готово? Да, исследование пули готово. Сейчас, секундочку, где оно у меня? Да что ж такое-то, а? Господи, да что за день-то такой, а? Тихо. Макс, ну я его сюда положила. Я не понимаю, куда оно могло деться. Что случилось-то? Короче говоря, я думала, что у меня еще есть неделя, а я запуталась с этой работой в числах, и сегодня позвонили из собеса, до 5 мне нужно успеть. Все, в общем, пролетаю, как фанера над Парижем. Так, я не очень понял. В чем проблема? Тебя не отпускают? Да отпускают, Макс. Просто я из-за этого собеса не успеваю Петьку из садика забрать. И это все? Я-то подумал, тут бог знает, что случилось. Ну так давай я Петьку заберу. Ты с ума сошел? А чего? Нет, Макс, это даже обсуждаться никак не может. Нет, ну ты сутками дома не бываешь, тебя жена сутками не видит. Нет, все, вперед, домой, к супруге. Нет. Зря я тебе вообще все и рассказала. Угу. Не, ну ты представляешь, вот. Спасибо.
Петьку только жалко. Но я ему клятвенно обещала, что сегодня заберу его из сада раньше. Так, Рита, ты в садик позвони и предупреди, что сегодня я его заберу. Макс. Все. Спасибо. Это тебе спасибо. Пока. Знаете, после операции циклы нестабильные, но хирург мне говорил, что такое возможно. Крайний раз когда были? Недель 6 назад. Может, 5. Я не помню. Не помните? Я просто последний год очень много тренировалась. Я хотела... Ладно, неважно. Послушайте, я очень хочу как можно скорее родить. Я знаю, что есть график благоприятных дней. График овуляции это называется. Угу. Но вам он не понадобится. То есть как? Я что, уже беременна? Если бы. Сначала нужно пролечить дисфункцию, а потом будем разбираться с беременностями. Так, пожалуйста, направление на анализы. ЭКГ, УЗИ. Как только получишь результаты, сразу ко мне. Хорошо. Следующую позови, пожалуйста. Спасибо большое. Честно, честно. Нечестно. А вот так? Так. Ну еще, я тебя съел. Ем. Папс, пойдемте котлеты есть. Папс, не хотим котлеты кушать. У меня в саду уже были котлеты. Надоели. Я чипсы не наелся. Ходи давай. Не можешь ты меня съесть. Макс, чайник поставь, я вафлю купила. Ага, сейчас, секунду, сейчас у вас битва пройдет. Макс, чайник. Да, сейчас. Сейчас! Господа, Макс! Да иду, иду, иду. Ой! Это же братик моего Рекса! А почему братик Петик? Дядя Максим, ты же мне точно такого же на день рождения подарил. У тебя был день рождения? Когда? В пятницу. Классно было. Столько шариков клоун хлопушки приносил. Мы их так хлопали. Правда, дядя Максим? Угу. Правда. Может, чайку попью? С вафельками. Здорово. Принцесса цирка, привет. Привет, Гриш. Чего? На коллег мужа засматриваешься? Без меня эта доска вообще не смотрится. Да, ты был бы главным украшением. Хм. Хотя у вас есть симпатичные девушки. Ну вот, например, это на актрису похоже, на какую-то... Какая? Вольская, там, и? Марья Ивановна, что ли? Нет, Маргарита. Маргарита. Красивая Маргарита. Угу. А чё, Макс? Занят? Да в суд поехал, ходатайствуй о мере пресечения. У тебя срочное что-то? Позвонить могла, ёлы-палы. Нет, нет, я по делам тут была неподалеку, мимоходом забежала, думала сюрприз сделать. Да вообще интересно, где вы тут работаете? Ну, вот так и работаем. А что это ты такое ешь? Это вас в столовке так здорово кормят? В столовой? Да ты чё? Нет, это известные на весь отдел растягайщики от Ритули. Угу. Да, хочешь? Да нет, спасибо. Слушай, я на маникюр опаздываю, так что была очень рада пообщаться. Пока. Давай, счастливо. Пока. Пока. А может, мне с этой Ритой, ну, поговорить, а? А об чем? Ну, об чем ты с ней будешь говорить? Она так вот прям возьмет и все тебе и выложит. Да, живу с твоим мужем, прощу от него ребенка, пироги ему пеку. Ну, перестань, перестань, это же я так, для премьеру. Ну, ну, ты хотя бы видела эту Риту? А? Один раз. Ну? На фотографии. Ну что, ну, мышь серая, обыкновенная, ей лет 40, не меньше. Вот это вот свои пироги к моему Максу подкатывают.
А что ж ей бедненькой остается делать? А? Ее пожалеть только можно. Да-да-да-да-да, знающая баба. Через желудок к мужику твоему подбирается, к сердцу. Поняла? А ты вот что. Ты возьми и сама научись пироги печь. Да еще лучше, чем у нее. Ну, раз он их так любит. А? Вы мне поможете, тетя Маша? А то! Ты мог бы с Петькой ко мне прийти. Где лежат ключи от квартиры, ты знаешь. Ну, серьезно, Макс, ну зачем девочку нервировать? Да нормально все. Лиска добрая. Ситуация вникла. Да и ей самой пора к детям привыкать. Она что? У вас будет ребенок? В перспективе, несомненно. И даст Бог, не один. А то какая семья без детей? Дарит? Воды немного долью. Угу. Давай, давай. Это тебе не на арене прыгать. Тут головой работать надо. Спасибо, тетя Маша. Я тебя как показывала край залеплять? Ну-ка. Давай, давай. Вот. Угу. Вот, вот так. Вот. Тетя Маша, вот. Красавец! Большому пирогу и рот радуется. Ну что, готов? Готов. Вуаля. Я понимаю. Тебе должно быть страшновато, но ты не бойся. Угу. Тебе понравится. Угу. Я училась у профи. Так. А если что, спасение рядом. Макс. Ну что, не хуже, чем у вашей Вольской? Мне просто Гриша расхваливала ее пирожки, когда я к вам приходила. Знаешь, у Вольской у нее, конечно, пирожки. А у тебя пища богов. Правда? Спасибо. А для чего мне на работе дел? Я хотела кое-кого увидеть. Очень интересно. Кого? Увидела? Нет. Кого хотела, не было на месте. Но я его до сих пор хочу. И не только видеть. Елизавета Викторовна, к сожалению, порадовать вас ничем не могу. Что все настолько плохо? Подождите, может быть, вы ошиблись? Я была бы рада ошибиться. Поэтому и назначила вам столь тщательное исследование. Но его результаты только подтвердили мои первоначальные опасения. Это что? Подождите, это значит, что я... Да, что вы никогда не сможете иметь детей. Ах!
Поэтому оснований для возбуждения уголовного дела по факту смерти Макарова нет. Я квалифицирую это происшествие как несчастный случай. Ну и хорошо. Вот это хорошо. Ну а по-женому опять ничего? Нет, товарищ полковник. На дно залег. Нигде не светится. Но я точно знаю, что он в городе, и я его достану. Ну, Серж, давай без пафоса. Меньше слов, дешевле телеграммы. Ну, информаторов тряси. По подельникам его пройдись. Срок у тебя месяц. Если за это время ничего нового, кроме «он в городе», я тебя не услышу, передам дело другому следователю. Лиза, Лиза, что случилось? Лиз, Лиз, Лиз. Тихо, тихо, тихо. Что произошло? Что такое? Что такое? Я никогда не смогу поцеловать. Господи, ну за что мне это? Лиза, 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 тихо, тихо, тихо. Кого обнять? Кого поцеловать? Что случилось? Я щенка твоего уронила в окно. Его какая-то девочка забрала. Это был твой подарок. Лизочка, ну что ты в самом деле? Господи, я уже не знаю, что думать. Хочешь, я тебе новую куплю, а? Хочешь, что куплю? Перестань, все, успокойся. Успокойся, все. Любимая, а хочешь мороженое? И вина. Сейчас принесу. Холодно. Огромный торт. Холодно. Напольная лампа. Все, ты сдаешься? Я открываю. Да, я давно сдалась. Прошу любить и жаловать. Кузя! Та-дам! На живого щенка, как ты настоящего, я не решился. Но этот товарищ круче собаки, поверь мне. Правда? Правда. Кузя. Кузя. Как тут? Так я к приятельнице пришла. Мне сказали, что она в 7-й палате лежит. А это какая твоя подружка? Не Семина ли Валя? Да. А, нету ее больше. Как нет, тетя Маша? Ну как, выписали, подлечили нервишки и домой отправили. За ней папаш приезжал с целой толпой. А, такой солидный человек. Сразу видно. Он у нее кто? Не знаешь? Не знаю, тетя Маша. Извините, тороплюсь. О, все те же, все там же. Че царапаешь, писатель? Слушай, если «Похождение жженого» издать, это бестселлер будет. Ну-ну. Что ищешь? Да сам не знаю. Любую зацепку, любую деталь, которую на жженого увидит. А это дела его дружков-подельников. Они, правда, как приличные люди, уже давно на нарах загорают. Та наша сволота на воле бегает. Так, это все. Дурень, дурень наш жженый. Городской заповеди не знает. Раньше сядешь, раньше выйдешь. С этим все. Макс, шел бы ты домой, а? Да я нормально. Я здесь побуду. У тебя же дежурство сегодня? Ну да. Ну, вдвоем всяко веселее. Не, ну, конечно, веселее. А ты жену предупредил? А где телефон? Алло, Макс, прости, у меня важная встреча, я потом перезвоню. Кто там? Валя, это я.
Надо поговорить. Поднимайся. Девушка! Девушка, придержите, пожалуйста, дверь. Сережа. Алло, да. Чекмарев слушает. Да? Понял. Не-не-не-не-не, дежурного следователя не дергайте. У нас он Крылов под рукой. Ясно, все. Сейчас будем. Макс. Макс, просыпайся. Макс. У нас новый утопленник. Поехали. Разве не в сторону? Сестра не могла дозвониться. Ночью прикатила. Нашла ее. Ёлы-палы. Соседям глухо. Никто ничего не видел, не слышал. Макс, пиши. Смерть наступила от остановки сердца в результате поражения электрическим током. Вообще, конечно, каменный век какой-то. Нафига ей было магнитофон в ванну нести, если можно наушники взять, телефон и спокойно слушать музыку? Потому что в наушниках ванну неудобно принимать. Так. Так. Семина Валентина Анатольевна. А Валентина-то наша тоже цирковая. А я, главное, смотрю, лицо знакомое. Что значит тоже? Ну, утопленник наш, Макаров. Он же акробат, ты что, забыл? Гриш, ну что, опять, да, тебе придется ехать и вдыхать ароматы конского навоза? Да уж. Ладно, поеду. Еще успею. Че, цирковых буду уже опрашивать по второму фигуранту? Нет, я поеду. А ты пойди и проведи поквартирный опрос. Ты че, Макс? Я же только что перед тобой отчитался. Ты что, не выспался, что ли? Ну, извини, забыл. Присядь. Подожди, сейчас вместе поедем. Да куда мы с тобой поедем? У тебя бумажная волокита до конца рабочего дня. Макс, ты че, мне не доверяешь? Так, все, езжай! Здесь тебе делать нечего, езжай! Время смерти. Между 10 и полуночью. А точнее. А точнее, я скажу позже, когда вскрою. Ясно? Макс, прости, у меня важная встреча, я потом перезвоню. Кто там? Валя, это я. Надо поговорить. Поднимайся. Да, Валя, Валя, Сёмина. Сёмина, я тебе говорю. Ты что, оглох, что ли, из 41-й квартиры? Я тебе вчера говорила, что она дома была, да, вечером. Здрасте, да. Простите, а вы здесь живете? Ой, да. Ой, все, я занята. Ой, вы, наверное, из милиции? Из полиции. Ой, из полиции. Ой, я с утра как совраска по магазинам все бегаю. Следователь Крылов. А. Скажите, вы точно знаете, что Сёмина вечером была дома? Да, она в домофон отвечала девице. К ней девица приходила. Какая девушка? Шатенка, длинные прямые волосы, светлое пальто. Такая хамка малолетняя, вот. Почему хамка?
Да потому что я несу вчера две сумки огромные, кричу ей. Подержите дверь. Mm. Да, конечно, подержала. Она мне вот так вот дверь чуть в лицо не ударила. Пришлось потом еще там ковыряться около подъезда. Ключи искала я. Ясно. И вы точно слышали, что Валентина ей отвечала? Да, ну я ж не глухая, ну что вы, конечно. А в котором часу все было? А? В котором часу? А, сейчас точно скажу. Значит, это было начало 11-го. А я как раз сумками бегу, я хочу свой сериал успеть к началу, значит, смотреть. Не пропустила вам. На 4. Не пропускала. А? Спасибо вам. Все? Ну да, все. До свидания. До свидания. Анька, ты в своем уме? Переться куда-то в лес, животом к какому-то камню прикладываться. Да кто тебе такую чушь наплел? А вот не скажи. Я ведь раньше тоже не верила. А потом как прижмет, вот хочешь, не хочешь, поверишь. Сама же знаешь, сколько лет мы с Васенькой хотели детей. Вот как ни старались, ну никак. А теперь вон, видишь, 8-й месяц уже. Не знаю. Ну и где это чудо природы? В Карелии в какой-нибудь, или сами за горами? Нет, у нас в области. Только сначала надо воды целебной попить, молитву прочитать и монетки обязательно собрать. Так, Крылова. Крылова. Я. Проходите. Здравствуйте. Трушина. Здрасте. Я же вам на понедельник назначила. Беспокоит что-то? Нет. Вы знаете, все так хорошо, и ребеночек так шевелится. А что, не понедельник, да? Нет. Ой, голова садовая. Ну ладно, подождите, раз уж пришли, я вас приму. Да нет, что ж я буду у вас время-то отнимать? Я приду в понедельник, как договаривались. Ладно. Так. Интересное кино получается. Один, значит, в пруду по пьянке утопился, другая в ванной током шибанулась по дури. И все это с разницей в несколько дней? Совпадение. Слушай, Крылов, по-моему, ты нюх теряешь. Я тебе вот что скажу. Когда один труп в коллективе, это может быть случайностью. А когда два подряд, это уже похоже на систему. И оба цирковые, и оба работали вместе. Не подозрительно? Ничто не указывает на то, что это умышленное убийство. Да что ты уперся-то? А наоборот, все указывает на то, что это несчастный случай. Дай подраз несчастный случай оформляй. Послушайте, извините, что я вас перебиваю, но я исхожу из фактов. Потерпевшая легла в воду, поставила на край ванной магнитофон. Аппарат упал в воду под напряжением 220 вольт. Таких случаев просто очень много в криминалистике. Угу. Ой, знаешь, это проще простого, вот так списывать, понимаешь? Ну, а проверить надо все. Я настаиваю на тщательной проверке. Соседи опросили? Что они говорят? Может, кто-то заходил к Семиной в день ее смерти? Нет, никто из чужих не заходил. А из своих? Может, кто-то из своих заходил? Она его впустила, он воспользовался. Так, ну, дело возбуждать не на чем. Но проверить все трижды. А будет хоть малейшая зацепка, возбудим дело по поводу этих утопленников. Ой, давай, соберись, Крылов. И работай. А то ты меня знаешь. Ну вот, и посоветовали мне эту Бушуеву. Говорят, что у нее самые безнадежные рожают. Ну и что это Бушуева сказала-то? Отправила мне какое-то обследование еще, а я боюсь. Я должна родить Максу ребенка, а то это Риточка со своим Петечкой, с растягайчиками. А вот ты поспешай, а то эта Риточка уведет у тебя мужика-то. Тетя Ой. Маш. Когда обследование-то? Завтра. Только я Максу-то про диагноз ничего не сказала. Ну и правильно. Мужику совсем не обязательно знать про наши бабские дела. Все сладится, девонька моя. Ну? Скажи мне честно, Макс, ты что, действительно думаешь, что эти утопленники — это совпадение? Здорово. Слушай, факты говорят, что это несчастный случай. Им никто не угрожал. Из окружения ни у кого даже намека нет на мотив. А что ты завелся? Я завелся? Это ты завелся? Тебе Северков хвост накрутил, ты на меня прыгаешь. Хоть один аргумент в пользу убийства. Нету. Все? Нету. Фактов нет. Утверждать ничего не можешь. Фактов нету, да. Но мы можем предполагать, Макс. Смотри, остался Шумской. И осталась Алена, сестра Валентины. Ну, ладно, ее мы не трогаем, она еще ребенок. А вот Шумским бы я пообщался бы. Я его два раза допрашивал, ничего не знает. Ну, ты Шумского опрашивал по делу Макарова, а сейчас совершенно другой случай. Давай я сгоняю в общагу, пообщаюсь с ним. В цирке просто мне сказали, что он на больничном.
А? Ради бога, езжай. Хорошо. Только отчет предоставь мне, который 2 месяца обещаешь. Ты чего, Макс, офонарел, что ли? Там работают 3 дня как минимум. А мне что делать? Северков с меня каждый день его спрашивает. Врать больше нечего. Да. Макс, рано или поздно Гриша вспомнит, что Лиза работала именно в этой группе. Ему говорил, а тебе повторю. Лиза, как из цирка ушла, ни с кем из цирковых отношений не поддерживала и не поддерживает. Ну да, конечно, ты прав. Действительно, бывают и не такие совпадения. Пойду, поработаю. Слышь, пьянь. Ген, подъем. Опять ты. Нигде тебе спасения нет. Чего ты ко мне пристал? Нигде тебе не скрыться. Не вижу артиста в горе. Друзья мрут, как мухи. Так, слышь, артист, не просыхаешь? Я тебя какой день допросить не могу. Ген, из вашей четверки в живых остались только 2. Ты и Алена. Остальные погибли при очень странных обстоятельствах. Че ты каркаешь? Я не каркаю, я предупреждаю. Гена, включи мозги. Кому это могло быть выгодно? Или, может, вы обидели кого? Обидели. Это ты хорошо сказал. Обидели. Смертельно обидели. Кого? Ген, кого? Да никого, а нас. Господь Бог нас обидел, понял? Кириху забрал. Вальку тоже. У тебя нет ничего выпить? А черт. Так, подъем. Тихо, тихо. Сейчас идешь домой и спишь, понял? Просыпаешься. Звонишь мне, вот визитка. Запомни, вот в карман тебе кладу. В карман. Звонишь лично мне, лично. Никуда не ходишь. Просто звонишь мне. Запомнил? Все, домой спать. Давай. Тихо, 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 тихо. Подъем. Спокойно. Спокойно, спокойно. Тихо. Иди сюда. Привет. Привет. Я своих акробатов нашла. А что ты вчера в Дудкино делала? Гришка тебя видел. В Дудкино? Угу. Я не была в Дудкино. Гриша, наверное, обознался? Ну, ты же сама говорила, что там с какой-то подружкой встречалась по поводу какой-то работы. Обещала перезвонить. Не перезвонила. Извини. Что за подруга? Что за работа? Ты меня ревнуешь? Ну, вообще, я имею полное право. Ты у меня красавица. Я все время на работе. Скелеты в шкафу решил поискать? Ты про прошлое тоже не особенно откровенничал. Особенно про шефство над детьми своих сотрудниц. А что на работу-то потянула? А скучно дома сидеть. Уборка, готовка, телевизор. Мужа вот целыми днями не вижу. Такой ответ тебя устраивает? Вполне. Ну да. Должна быть какая-то своя жизнь. Это нормально. Слушай, может, какая-нибудь стрижка, возможно, покороче. А может, вообще, какой-нибудь другой цвет? Зачем? Новая работа, новый имидж. А что, хорошая идея. Хорошая идея. В холодильнике суп.
Да что ты. Угу. Спасибо. Долго не гуляй. Все, пока. Ну зачем было врать про какую-то юридическую консультацию, а, Том? А как тебя по-другому затащишь на осмотр, а? Любая уважающая себя дама должна раз в год посещать гинеколога, тем более, если ее подруга в этом спец. Это если у дамы регулярно и с удовольствием. И когда у дамы год не было мужика, то, знаешь, можно и время не тратить. Как это год? А та волшебная ночь с Максом. Ты же мне рассказывала, вся сияла. Да уж, мало ли, что я тебе рассказывала. Было и было, и все пустое. А ты что, Елизавету Крылову лечишь, что ли? Так. Что так? Это жена Макса нынешняя. А у нее что, проблемы какие-то? Нет у нее никаких проблем. А даже если бы были, это врачебная тайна. Так все, Ритка, не отвлекай меня, у меня там куча людей сидит. Я молчу. Ну, что ты сидишь? Давай, иди, кресло ждет. Угу. Я через секунду. Теперь ты просто самый настоящий лисенок. Значит, у вас, Анатолий Евгеньевич, есть веские основания предполагать, что Валентину Семину убили? Я не предполагаю. Я абсолютно уверен в том, что мою дочь убили. У вас не получится списать это дело на несчастный случай. Не надейтесь. Гриш, а ты уверен, что это вписывается в интерьер? Так, Макс, не в твоем кабинете клею. Мы, опера, люди простые. По нам вполне. На Ритку похоже. Ну да. Рит, а что с рукой? Картины купила, Макс. Хотела повесить. Вот не получилось. Я вечером заеду. Да нет, Макс, ты что, не нужно. Я сама справлюсь. Не надо. Надо, надо. А? Крылов, ты здесь? Прекрасно. Похоже, придется тебе возбуждать дело. Отец Семин приходил. Лещинский? Лещинский. А, адвокат? А что, у них фамилии разные? Потому что Семина его небрачная дочь. Ну, дело житейское. По этому поводу есть просьба особого шума не поднимать. А с чего он взял, что ее убили? А с того, что она никогда не принимала ванну. Понимаешь, никогда. В детстве свалилась в воду, по этому поводу у нее фобия. Но психологи с ней позанимались, все без толку. Так что только душ принимала ваша Семина. Фобия могла пройти. А ее отец утверждает обратное. А это такой отец, что он умеет утверждать. Уж ты мне поверь. Он же и справку из больницы принес. Ну, неприятности нам не нужны. Это понятно? Понятно. Итак, за работу. Значит, еще раз опросить соседей. Проверьте квартиру на отпечатки. Чекмарев! Да. Убери эту порнографию немедленно! Вам очень идет эта прическа. Хороший цвет. Спасибо, Тамара Николаевна, но вы мне лучше результат скажите, пожалуйста. Я скажу честно. Ладно, все, не надо, я поняла. У меня никогда не будет детей. Я не могу еще так, раз. Так, прекратила истерику и села. Я не сказала, что у тебя не будет детей. Да.
Шансы невелики, но они есть. И если ты действительно хочешь иметь ребенка, нужно хвататься за любую возможность. А что? Что я должна делать? Лечиться. Возможно, сделать операцию, возможно, не одну. Не одну? Сколько это займет по времени? Я не знаю. Может быть, год, может быть, два. И если после этого мы не получим никаких результатов, то... То? Не нужно отчаиваться. Иногда происходят чудеса. Да? Не все возможности человеческого организма еще раскрыты. Извините, у меня просто нет времени ждать, пока их раскроют. Лиза! Трушина, заходите! Ой! А я вашему этому следователю уже все рассказала. Как его? Орлову, не помню, или Соколову? Крылову. Точно, да-да-да-да-да, точно. Птичья фамилия такая. А девушка, она действительно, она приходила к Вале. Такая невысокая, худая, голос такой неприятный. Зараза такая, она мне, значит, дверь не смогла подержать. Я сумками прусь из магазина, она прямо хлоп мне, прямо перед лицом дверью. Аня? Да. Здравствуйте. Здрасте. Извините, меня зовут Лиза. Аня, мне очень нужна ваша помощь. А, да поняла. Ходить не можешь. Насчет ко мне матери. Так бы сразу и сказала. Слушай, тут вот самое главное – это верить. Ага. Вот прям как настроила, что вот прям вот оно будет. Помолилась и вперед. Только знаешь, самое главное – надо сказать. Ну, это такая молитва матери и прислониться животом, понимаешь? Так вот эта чудная Дарья Ракушкина утверждает, что про шатенку говорила именно тебе. Мне? Тебе, Крылов. Следователю с птичьей фамилией. Вот я придурок, а? Идиот. Конечно, я же, когда из подъезда выходил, воткнулся в огромную женщину старшину. А я и забыл. Забыл. Забыл, зуб даю. Ну что, с кем не бывает. Зато теперь Сверков счастлив будет, хоть какая-то зацепка. Лисенок. Ага. Спасибо. Любимый, привет. Да, да, маленький. Милая, а ты когда будешь? Слушай, у нас сегодня дел просто вал. Буду поздно. Ты не жди меня тогда. Ложись, ладно? Я ладно, тебя родная, люблю. Пока. Целую. Алиске идет новый цвет. Да? Так она же уже почти год с ним ходит. Принцесса цирка, привет. Привет, Гриш. Чего? На коллег мужа засматриваешься? Так, руку береги. Угу. Держу. Зацепила? Ага. Спасибо тебе, Максик. Да ладно, было бы за что. Петька где? А в аренду отдала подружке. Это еще как понимать. Он с ее дочкой на какой-то детский праздник пойдет. Я его в 9 заберу. Это что получается, у Петьки девчонка появилась? Скажешь тоже. Вообще, знаешь, хорошая девочка. Угу. Неплохо получилось. Нет, Рит. Все, тема закрыта. Привет, Лисенка. Я пришла. Как твои дела? Mm-hmm. Привет. Mm-hmm. Представляешь? Слушай, я завтра еду на целый день к подружке на дачу. Представляешь, школьная подруга позвонила, позвала. Ага. Ты не против? Нет, а почему я могу быть против? Я очень даже за.
А что за подружка? Таня. Таня Кравцова. Таня Кравцова. Это та, к которой ты по поводу работы ездил? Нет, это другая. Телефон тебе дать? Или, может быть, ты мне доверяешь? Ну, это, кстати, уже совсем не смешно. Просто скажи мне, где дача находится? Тетеренко. Далековато. А мне завтра машина по работе нужна. Не надо никакой машины, я на автобусе прекрасно доберусь. Да? Сейчас я расписание как раз посмотрю. И все будет хорошо. Да, птица? Алло, привет, Люсёна. Как дела? Села уже? Ну, хорошего тебе дня, доброй дороги. Наболтаться вдоволь. Как обратно будешь выезжать, набери меня, ладно? Я встречу. Все, люблю. Целую. Пока. Не, я ничего не понимаю. Ну вот куда она могла деться, а? Ритка, прекрати истерику. Ну, купишь ты себе новую косметичку. Ты вообще не красишься. Зачем она тебе нужна? Ты не понимаешь, там были сережки бабушкины, старинные. Вот я дура, вот идиотка-то. Ну зачем я ее вообще сюда принесла? Зачем я ее достала, я не знаю. Так, кто у тебя здесь убирается? Ты с ума сошла? Наша санитарка сроду чужого не брала. Том, я прошу тебя, позови ее сюда. Если я здесь потеряла косметичку, то она ее сто пудов нашла. Все, я иду. Давай. Где ты ходишь? Наружка. Жёнову бабы на хате засекла. Пошла волна её баба. Thank you.
Короче, пацаны, вы вдвоем дома обойдите. Угу. Так, Валера, Рома, Денис, давайте, короче, к подъезду. Хорошо. А, хорошо. Макс, за мной. У тебя оружия нету, так что здесь жди. Сейчас мы его тебе тепленьким приведем. Покойте его. Ты как вообще могла? Весь этот спектакль с твоей косметичкой. А тебе просто нужно было влезть в мой компьютер. Милая, так ты если гадишь, хоть прибирай за собой. Даже файл не стерла. Привет. Тома, а как... Я не понимаю, что случилось? Ты как вошла ты сюда? Да какая разница? Немедленно. Отдай мне эту фальшивую бумажку о твоей беременности. Том, я... Отдай! Или я прямо сейчас пойду к твоему Максу? Как его фамилия? Крылов? Томочка, я же... Ты собиралась его шантажировать? Нет. Я хотела, но я не смогла. Зачем? Просто объясни мне, зачем? Да потому что я жизни без него не мыслю, понимаешь? Я хотела этим ребенком вернуть его. Так беременней врать-то зачем? Не могу я забеременеть Тома, но не спит он со мной. Он как женился, ни разу ко мне не прикоснулся. Так, подожди. Ты же мне сказала, что был ночь-то. Мало ли, что я тебе говорила. Он выпил очень много, я привезла его домой. Ничего между нами не было. Он наутро проснулся, увидел меня и решил, что что-то было. Быстро оделся и убежал. Встретились уже на работе. Так. И ты сказала, что все хорошо. У нас был просто дружеский секс. Я ни на что не претендую. Вроде того. И он до сих пор считает, что вы переспали. Томка, прости меня, пожалуйста. Я таких огородов нагородила. Я воспользовалась тобой, использовала твое положение. Я Макса обманула. Не знаю, я тварь, я кругом тварь. Вот, смотри, живу при тебе. Прости. И, пожалуйста, не говори об этом никому ничего, ладно? Иначе я... Ладно, не скажу. Но тебя видеть я больше не хочу. Том. Зря ты паришься, мент. Ни хрена у тебя нет на меня.
Так что я тут 48 часов покемарю, да, в клеточке. И на волю. Я на тебя улики 5 лет собирал. Доказуха ломовая. Так что сядешь ты у меня по полной. Вот, кстати. Почитай. Чё ты мне тут лепишь, а? Сука! Чё ты лепишь мне, а? Тварь! Падла! Да ты! Где? Сиди, я сказал! Лади его! Лади его! Скота сюда! Жжённый. Печённый. Мы по локоть, да закатаем рукава, а мы Чикаго. Расфигачим на дрова, мы будем глотку жрать, мы будем убивать, а потому парни! Что мы на стоит совесть нашу. Парни, помогите, пожалуйста. Я заблудилась, как до станции добраться. Эй, ты что такая напуганная? Проходи, присаживайся. Я очень да присаживайся, не стесняйся, погрейся. Я спешу. Не волнуйся, присядь, успокойся. Ну что встал? Лёх, толстый, налей тебе. Он нальёт. Первого очка. Успокойся. Налей. Камни что-то хотела, да? О, бабы дуры, а. Их разводят, а они все ходят и ходят. Ну, даёте. Камушек-то фальшивый. Опа. Его из бетона намесили. Знаешь, зачем? Не знаешь? Ну, чтобы такие, как ты, приезжали, да комнату у нас в поселке снимали. И водичкой волшебной упивались. Классный бизнес, да? Это шутки у вас такие или вы серьезно? А то. Вон у меня бабка под это дело дом все новый уже поставила. А что, продить рыжая? Нужен мужик нормальный. Да-да. Да, братва? Угу. Ай, ты что тварь делаешь? Документ. Там деньги, там зарплата. Да что ж ты? Да. Макс, прости, мне поговорить с тобой нужно срочно. Рит, я вообще не до тебя. Алло, здравствуйте, это квартира Кравцовых? Да уже 50 лет, как Кравцова. Кого надо? Простите, а можно Татьяну услышать? Хватил. Танюша уже 5 лет как замуж вышла. С немцем живет в Берлине.
Откройте. Пожалуйста, мне срочно нужно позвонить, пожалуйста. Здесь не почта и телеграф. Касса не работает. Утром приходи. Я заплачу, подождите. Я заплачу. 5000. Че, по папке с мамкой соскучилась? Заходи. Убери, вон, городской. Да. Привет, это я. Макс, я опоздала на последнюю электричку. Забери меня, пожалуйста. Ты где? Я на станции Тетеренко. Так, иди в опорный пункт и жди меня там. Я скоро, я недалеко. Поняла? Зачем ты поехала к этому камню, а? И что это за подруга такая, которая уже много лет за границей живет? Объясни мне. Макс, я прошу тебя, пожалуйста, оставь меня сейчас. Пей. Я сказал, пей. Ты из-за этого к этому камню матери ездила? Объясни мне, из-за этого? Да! Да, у меня бесплодие, да, и я к камню ездила, на чудо надеялась. А это обман. Не бывает этих чудес, у меня никогда не будет детей, слышишь? Никогда! Малыш, малыш, успокойся, пожалуйста, успокойся. Не верь никому, ни врачам, ни колдунам этим, никому. Все хорошо будет, и детки будут. Мне верь. Тебе? Тебе? А как я тебе буду верить, а? Ты мне врешь все время. Это когда я тебе врал? По пунктам назвать? Назови. Хорошо. Глаженные рубашки. Раз. Помада на рукаве. Два. День рождения коллеги. Три. Да, дядь Максим? Может, хватит уже или продолжать? Я могу все объяснить. Конечно. Ты можешь еще раз мне соврать. Лиза, постой. Я тебя прошу, Макс. Пожалуйста, просто уйди. Мне надо побыть одной, ладно? Рит, ты хотел поговорить? Я у подъезда внизу. Нет, все, Рит, хватит. Я жду на лавочке. Жду 5 минут. Либо ты выходишь, либо я ухожу. Ты должен знать. Знать что? Я беременна. Чего? Это результаты УЗИ. Срок 4 недели. Только ты, пожалуйста, не думай, что мне от тебя что-то надо. Ребенка я рожу для себя. Просто я хочу, чтобы рядом со мной был Макс Крылов. Вот и все. Пока.
Приятный, конечно, сюрприз. Никак не ожидал таких гостей. Ну, давай, что ли, помянем. Кирюху, Валечку. Царство небесное. Фу. Ну, ты чего не пьешь? Была у тети Маши. С ней вдвоем решила напиться? Да. Только не получилось. Дома ее не было. А бутылка где? Алкашу какому-то отдала по дороге. А с акробатами что так? Ненавижу. Всех акробатов. Ненавижу. Я посплю, Макс, ладно? Прости меня. За все прости. Опуская подробности, я могу сообщить, что потерпевший умер с 2:30 до 4 утра. Скорее всего, это было отравление. Сейчас скажу, чем. Метиловый спирт. Макс, ну теперь-то ты не будешь говорить, что все смерти акробатов – это совпадение? Возможно. Да что возможно? Это очевидный факт. Макс, я тебя не понимаю. Что с тобой происходит? Такое впечатление, что... Что? Не стесняйся, говори. А то, что ты нарочно не хочешь видеть то, что само лезет тебе в глаза, Макс. Я думаю, мне надо... А мне казалось, что я здесь думаю! А ты выполняешь то, что я говорю! Вот так ты, значит, да? Хорошо. Так, ребят, а давайте-ка не будем орать при умершем. Давайте сейчас каждый займется своим делом. Макс, записывай. Мужчина. Крупного телосложения. На вид 30-35 лет. Отравление предположительно метиловым спиртом. Лизонька. Я не понимаю, что с тобой происходит? Это ведь не только насчет детишек. Со мной уже год что-то происходит, тетя Маша.
С тех пор, как мои лучшие друзья вышвырнули меня на улицу. Лиза! Что, Лиза? Ой, тетя Маш, мне так... так... плохо, что словами не передать. Ничего. Им теперь тоже жизнь надо, мне покажется. Слава, карьера, деньги. Все закончилось. Есть справедливость на свете. Лизонька, я что-то не понимаю. А что с ними должно произойти? Ты мне объясни толком-то. Не хочу. Ничего объяснять, тетя Маша. Я уже ничего не хочу. В 3 часа ночи ты приехал ко мне домой. У меня сохранился твой телефонный звонок. А вот жена твоя где была? Дома? Конечно. Спала, как младенец. Макс! Ты врать так и не научился. Гриша рано или поздно догадается, раскопает это все. В лучшем случае с тебя снимут погоны. Ты понимаешь это или нет? Я понимаю, что со всем этим должен разобраться сам. Как она, ранимая, добрая девушка, своими руками? Объясни мне. Успокойся. Все будет хорошо. Я рядом. Я помогу, в конце концов. Ой, господи. Что такое? Ой, ничего страшного, голова закружилась. Все нормально? Да, я в порядке. Поехали. Подожди, постой. Рит, послушай. Я очень ценю твою самостоятельность и честность. Ребенка я не оставлю. Я всегда буду рядом. Но от Лизы не уйду. Макс, я прошу только одно. Сейчас подумай о себе, ладно? Кирилл с Валькой, они же как муж и женой жили, понимаешь? И Аленка в номер, говорят, очень хорошо взялась. Ну вот, Лизе там просто ничего не светило. Ты же... В смысле? Кирилл с Валентиной жили на гастролях, как муж и жена. Лизу в группу не вернули. Где связь-то? Валька свою сестру в номер вела, вот тебе и связь. А, ну я понял. Тетя Поль, спасибо, вы мне очень помогли. До свидания. До свидания. Макаров, Семина, Шумской и Лиза. Макс, ты ничего не хочешь мне сказать? По поводу. Симпатичная программка. Что еще сказать? То, что ты сливаешь расследование этих убийств, а твоя жена первый подозреваемый. Гришка, ты приболел? Вот это распечатки телефонных звонков твоей жены. Она разговаривала с Макаровым за 3 часа до его гибели. А вот это показания Дарьи Ракушкиной, соседки Валентины Семиной по подъезду. И она опознала Лизу. Ну и что? Это всего лишь доказывает, что Лиза была там. Но это не доказывает, что она убила. Это доказывает, что ты подозреваешь свою жену и всячески скрываешь улики. И волосы она свои покрасила не год назад, как ты мне врал. Она недавно была в отделе, я с ней разговаривал. И она не была блондинка. Я уверен, что это ты ее надоумил постричься и покраситься. Ты. Я. Сволочь ты, Крылов, а? Обмануть меня решил. Ты что, думал, что я сейчас метнусь докладывать на тебя? Думал, я тебе не помогу? Да я же тебя знаю, как облупленную. Гриш, я не верю, что она могла их убить. Но у нее железный мотив. Они ее кинули. Макс, что произошло на выступлении, Макс? Я не знаю. Ты за целый год не выяснил это? Нет, она хотела все забыть. Ты сейчас же пойдешь и все расскажешь Сверхову. Сам. Нет. Это ты, если хочешь, сейчас пойдешь и сдашь меня. И пойду и сдам, потому что я не могу смотреть, как ты жизнь свою гробишь. Ромео хренов, блин. Анатолий Евгеньевич, присаживайтесь.
что, дело принято к разработке. Мои люди... Подождите, пожалуйста, Павел Андреевич. Это моя дочь Алена. У нее есть очень важная информация для вас. Вы извините, она еле приходит в себя после похорон. Несколько дней уже как в тумане. Аленушка, ты не переживай, ты расскажи все, что знаешь. Я звонила Вале. Последний раз вот в тот самый вечер. Но Валя, она не стала со мной говорить. Она сказала, что перезвонит мне потом. А почему она не стала говорить? Она сказала, что к ней пришла Лиза. Так и сказала мне, что ко мне уже поднимается Лиза. Маш. Потом она сказала, что я тебе перезвоню сама, но она не перезвонила, понимаете? А потом, когда я ей уже стала звонить, все, то она просто все, не подняла трубку. Маш, не надо, не надо. Все, успокойся. Все, в общем, вы дальше сами все и знаете. Угу. Так вот, я требую, чтобы вы немедленно нашли эту Лизу и допросили ее. Вполне возможно, что она последняя, кто видела мою дочь живой. А может, и убила ее. Ну, с выводами я бы не торопился. Допросить, конечно, надо. Спасибо вам, Алена, за очень ценную информацию. А как фамилия этой Лизы? Вы не помните? Помню. Верникова. Елизавета Верникова. Верникова. Лиза Верникова. Что такое у нас проходило? Несчастный случай. Акробатка. Вот-вот. Да, да. И доследственную проверку по этому делу проводил ваш следователь Крылов. Более того, за последний год положение этой Верниковой изменилось. Она вышла замуж и поменяла фамилию. Насколько я понимаю, вы не в курсе. А почему я должен быть в курсе семейного положения пострадавшего? Потому что ее новая фамилия – Крылова. Что? Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, Рита. Проходите. Спасибо. Макса нет дома, Рит. Да я, в общем-то, не к Максу пришла. Я пришла к вам, Лиза. Вот, прочитайте, пожалуйста. Я вас поздравляю. А от меня-то вы чего хотите? Дело в том, что... Макс отец этого ребенка. Лиза, я все прекрасно понимаю. Вы любите Макса, и Макс вас тоже очень-очень любит. Но поверьте мне, вы не сможете ему никогда дать то, что смогу дать ему я. Тамара Бушуева, врач, моя близкая подруга, и она мне рассказала то, что пока еще не решается сказать вам. Лиза, у вас никогда не будет детей. Четыре недели. Месяц назад. Я не буду оправдываться. И никого не буду оправдывать. Что случилось, то случилось. Петя тоже, да? А, нет. Петя — это мой сын. Просто Макс его воспитывал, пока не встретил вас. Лиза, я хочу, чтобы вы знали, ребенка я рожу в любом случае, ну а дальше, вы понимаете. Рит. Да? А вы его любите? Да разве в этом дело, Лиза? Сделайте его счастливым. Скрыть от меня такую информацию! Да ты на что рассчитывала? Что я старый дурак, да? Что я могу не помнить все случаи, которые были у нас в производстве? Петр Андреевич! Молчать! Ты же прекрасно знал, что я понятия не имею, на ком ты женат. Ты же просто подставил меня, Макс! Ты знал обо всем? Он узнал за 5 минут до вашего прихода, клянусь. Засунь свои клятвы знаешь куда! Вы опросили соседей Семиной? Они опознали его жену? Отвечать, капитан Чекмарев, или ты сегодня же вылетишь у меня из органов? Я опросил. Соседи узнали Лизу.
Но это не значит, что она убила Семина. Дружка покрываешь, Чекмарев. Так, за Крыловой немедленно. Доставить, допросить. Следователя пришлю. А ты... Ты немедленно удостоверение и оружие на стол. Быстрей! Свободен. Гриш, я с тобой поеду. Мне нужно с ней поговорить. Она не знает, что Валя погибла и Гена. Я не смог сказать. Макс, она знает. Она же их... Примешь сестру? Я могу приехать прямо сегодня. Ко мне сегодня? Угу. Хорошо. А что с голосом? Лиза, у тебя проблемы? Нет, брат. Со всеми проблемами я покончила. Больше никто не сделает мне больно. Добрый день, с вами разговаривает капитан Чекмарев, ОВД Центрального района. Чем могу помочь? Куда заказывали машинку с этого номера? Минуточку, я проверю. В аэропорт. Спасибо. Макс, она пытается сбежать. Товарищ полковник, Чекмарев, я прошу вас срочно связаться с линейным отделом в аэропорту. Необходимо задержать Елизавету Крылову по подозрению в серии убийств. Лиза. Лиза. Макс! Она не призналась? Нет. Даже, знаешь, никакой реакции, как будто таблеток наглоталась. Гриша, мне нужно слышать все, что она скажет. Северков будет присутствовать на допросе. Гриш, пожалуйста. Ладно, я что-нибудь придумаю. Спасибо. Я здесь жду, Гриш. У тебя же вроде отгул. Ну, у меня там исследования были. Слушай, я хотела сказать тебе, что... Что бы ты ни узнал от Лизы, все было сделано из-за любви. Макс, ты слышишь меня? Что? Ничего, забудь. Лучше я с тобой побуду. Нет, не хочу. Прости меня, пожалуйста. Ага. Я не собиралась никуда бежать. Я соскучилась по брату. Я хотела ехать к нему. В Осетию. Понимаете, при странных обстоятельствах в течение нескольких дней погибли трое ваших бывших коллег. Трое? Угу. Но мне известно только про Макарова. А мы знаем, что вы звонили ему за 3 часа до его гибели. Да, да, я звонила ему, я хотела встретиться. Встретились? Да, я знала его привычки, нашла его у пруда, пришла, попросила вернуть меня в группу, он отказал, я ушла. Он остался там, живой. Понятно, понятно. Есть свидетель, который утверждает, что вы были у Валентины Семиной за 2 часа до ее гибели. Валя. Вы ее тоже просили вернуть вас в группу? Нет. Кирилл умер, группы не существует. Я приходила к ней за помощью. Я ведь тебя во всем винила, Лиз.
Валь, меня... У меня проблемы. В консультации сказали, что после травмы у меня не будет детей. Запоминай. Тамара Бушуева. Врач от Бога. И все. И после этого я ушла. Или же осталась ночевать. Дождалась, когда Сёмина пойдет в ванну и скинула магнитофон в воду. Какую ванну? Ее что, убило током в ванной? Но это невозможно. Но у нее с детства была какая-то фобия. Где вы были вчера? С 2 до 4 утра. Я ездила к подруге. Я взяла дома бутылку водки. Хотела напиться. Такую водку? Да, кажется, такой. Именно такой водкой отравился Шумской. Или его отравили. Я не видела Шумского уже очень давно. Ваша подруга может подтвердить, что вы к ней приезжали? Нет, я не застала ее и поехала домой. А кто еще? Кроме мужа, может это подтвердить? У меня больше нет мужа. Я не понимаю, что он говорит. Мне нужно увидеть ее, Гриш. На 48 часов ее задержали. Макс, нам необходимо искать свидетелей, чтобы подтвердить хотя бы одно ее алиби. Есть идея? Гриша, мне надо с ней поговорить. Я постараюсь что-нибудь сделать, Макс. Ты знаешь, чего мне это стоило? Все, сиди. Почему ты не хочешь говорить со мной? Что случилось? Лиза, мне нужно, чтобы ты вспомнила всю свою дорогу до тети Маши и обратно. Если у нас получится доказать, что ты даже близко не была к цирковой общаге... А зачем? Зачем? Ты же уверен, что убила я. Ты все время у меня допытывался, где я была. А ты все время врала мне. Ты все время врала мне. А я тебе верил. Верил? Верил. Нет. Любил, может быть, но не верил. Почему любил? Прости, почему любил? Я за тебя готов все отдать. А мне ничего от тебя не надо. А мне надо, Лиза. Мне очень надо, чтобы ты вспомнила. Лиза, я тебя умоляю, пожалуйста, помоги мне доказать, что ты не виновата ни в чем. Лиза! Лиза, пожалуйста. Когда я выходила от тети Маши, там был мужик с маленькой собачкой. Он спрашивал у меня время. Я нашел этого собачника. В 2:30 ночи Лиза была очень далеко от этого общежития циркового, вообще в другом конце города. Она могла привезти бутылку к Шумскому раньше, а потом поехать к тете Маше. Она эту бутылку вообще какому-то бомжу отдала. Которого ты не нашел! Ну нет у нее, Макс, алиби. Нет. Доказательств, что она убийца, тоже нет. Тогда выдай мне этого убийцу. У тебя есть кандидатуры? И чего у тебя нет? Макс, она просто хотела сбежать из страны. Она просто хотела уехать к брату, потому что мы с ней поругались. Вот и все. Да, так поругались, что она шантрекласит тебя.
Я не верю, что она убийца. Ты просто не хочешь в это верить. А это разные вещи. Я найду тебе этого убийцу! Я тебе его из-под земли достану! Мне только уверенным надо быть, что она в безопасности, понимаешь? Дома! А не за решетками с какими-то ворами и мамками! Открыто! Здорово, Макс. Здорово. Что Северков сказал? Сказал, до утра подумает. Так это же отлично, он тебе шанс дал. Че ищешь? Мне нужно точно понимать, что произошло год назад. Я просто зуб даю, что все началось с того момента, как Лиза разбилась. Они с утра, как обычно, репетировали. Писали на видео, чтобы потом разбор полетов провести. Лиза мне эту запись до конца посмотреть так и не дала. И где этот чертов диск, я тоже понять не могу. Да уничтожила она этот диск, Макс. Другой вопрос, зачем? Что конкретно было на запись? Ну ты хоть что-нибудь запомнил? Ну что там, прыжки, курки и еще. Макс, что еще? Целовались они. Кирилл и Лиза. Значит, у них роман был? Значит, все сходится. Билетерша мне рассказала, что Макаров с Семиной жили на гастролях как муж и жена. А на репетиции Макаров с Лизой были еще вместе. Потом падение, потом гастроли. Мысли мои улавливаешь? Да, улавливаю. Та же билетерша мне сказала, что перед выступлением Кирилл и Лиза поругались. Может, Лиза что-то увидела или услышала? Дружище. Ты вообще хоть что-то знаешь о своей жене? Похоже, нет. Гриш, вызови мне такси, пожалуйста. Лиз, прекращай. Если бы не Макс, сидела бы сейчас в СИЗО до суда. А так, под подписочку, в невылезли. Спокойненько, на родном диване, дома. Ты не понимаешь, я не могу с ним оставаться. Лиза, это ты не понимаешь. То, что у вас было с Максом до этого, не важно. Вам необходимо сейчас поговорить. Давай, давай, давай. Я сама. Я не знаю, где ты так облажался. Лиза. Лиза, нам надо поговорить. Почему ты решила его рвануть к брату в Осетию? Тебя это не касается. Хорошо, меня это не касается, но мне просто нужно найти настоящего убийцу, чтобы снять с тебя все подозрения. Что случилось в тот проклятый день? Ведь что-то случилось, я знаю. Расскажи. Отойди. Кирилл изменил тебе с Валей, да? Ведь так? Откуда ты знаешь? Запись с репетиции пропала. Он ни разу не навестил тебя в больнице. Все гастроли, он уже был с Семеной. Ты упала не просто так. Пожалуйста, расскажи мне. Я их застукала. Всех.
Ты что, обалдел? У нас выход сейчас. Лизка, все в порядке. Я пару таблеток, я был как огурчик. Таблеток? Да. Значит так, я иду к Кириллу. Я с тобой в Манеж сегодня не выйду, понял? Стой. Только попробуй не заложить. Козявка. Руки убрал. Увидела их и убежала в зал. Там они меня и нашли. Лиза, Гена будет в порядке, надо работать. С сегодняшних поступлений зависит наш будущий контракт. Я не могу. Партнерам нужно доверять, и я больше никому из вас не могу верить. Тогда иди к директору и говори, что из-за твоих истерик вся труппа не едет на гастроли. Самовлюбленная дура. Я написала заявление, группа осталась бы дома, и цирку пришлось бы платить неустойку. Директор, естественно, умолял. И то он придумал про таблетки, я их выпила, не глядя, чтобы экспертиза показала. И после всего этого ты хотел вернуться? Они же предали тебя. Все. А я простила. Да, Гриш. Макс, тут такое дело. Короче, Риту убили. Алло, ты слышишь меня? Что? Задушили ночью. Я подумал, ты должен знать. Риту убили. Как? Но она приходила ко мне вчера. Подожди, а ребенок? Твой ребенок. Так, она приходила вчера, сказала про ребенка, и ее убили. А до этого, ну, конечно. Кирилл, Валя, Гена и вот теперь Рита. Кажется, я начинаю понимать. Лиза, пожалуйста, вспомни. Подумай, Лизонька, кто мог знать? Кому ты говорила, а? Пожалуйста, это очень важно. Вспомни, Лиза. Я никому ничего не рассказывала, кроме... Кроме кого? Лиза, кроме кого? Лиза. Кроме тети Маши. Постой. Подожди. Да отстань от меня! Отстань! Слышишь? Я ненавижу тебя! Успокойся. Ненавижу! Да ты во всем виноват! Меня держали в тюрьме, у меня никогда не будет детей! Ты изменял мне все время! Я не хочу тебя больше видеть! Уходи! Вот и с наручниками прикуй меня к батарее! Я никуда не денусь! Только сам уйди! Слышишь, не смей трогать Макса. Прекрати! Достаточно смертей! Прекрати!
тебе привет, Лиза. Тимофей? Тимофея больше нет. А меня зовут Антон. Пора нам с тобой познакомиться. И я тебе не брат. Кстати, как и Тимофей. Как не брат? А вот так вот. Твой отец познакомился с нашей матерью, когда тебе было 3 года. Так что сводные мы с тобой. Ты кто? Ты... Что? Нет, этого не может быть. Может, может, собирайся, я за тобой. Ты всех убил. Я никого не убивал. Я только наказывал. Никто не может обижать мою любимую женщину. Я тебя люблю, Лиза. С первой минуты, как только тебя увидел. Год назад собирался приехать за тобой, позвонил. А ты меня на свадьбу приглашаешь. Я приехал, а тебя уже кто-то увел. Вот так вот. Тимофей расстроился. Мне пришлось его успокаивать. И мы уехали. А потом вернулись оба, помнишь? Вспоминай, вспоминай. Я сама тебе все рассказала. Ты рассказала все Тимофею. А исполнял уже все я. Каждого, кто хотел тебе зла, я убирал вот этими вот руками. По списку. С Кириллом было несложно. Он был пьян, я столкнул его с обрыва. С Валентиной сложнее. Пришлось прикинуться Витькой-жонглёром. Как? Умер. Он же... Кирилл же мне звонил вот 3 дня назад. Сказал, приезжай, над номером подумаем. Вот ведь судьба. Простите, извините, что я вот так вот к вам ворвался. Извините. Может быть, чаю? Чаю? Да. Можно. Проходите. Пикнешь? Голову отрежу. Сейчас купаться будем. С музыкой. Ну, а шумским совсем просто. Купил бутылку водки, добавил метила и все. Значит, все это время я разговаривала с тобой. И ты все это время был здесь. Начинаешь соображать. Все, Лиза. Все. Все. Засиделись мы с тобой. Петька ночью дежурку набрал. Говорит, мама еще домой не вернулась. Мы стали искать. А под утро в подворотне нашли. Главное, не взяли ничего. Деньги там, цепочка. Все на месте. Гриш, нельзя, чтобы ее вскрывали. Она беременна была. От меня. Макс, ты извини меня. Я тебе не сказал. Но Зоя сделала уже вскрытие. Да. В общем... Ничего там про беременность не написано. На, вот, посмотри. Вот и Зуева, знаешь, у него все как в аптеке. Что бы ты ни узнал от Лизы, все было сделано из-за любви. Слышишь меня? Ох, Рита, Рита. Меня обманула. Лиза обманула. Та психанула, брат рванула. Фух, так, ладно. Ты давай это. Работай. А ты чё? А я клетки. Давай. Если Максим будет тебя обижать, ты скажи мне. Кстати, у меня новый телефон подскинули. Давай запишу. Давайте домой. Да.
Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. А Тимофея позовите, пожалуйста, к телефону. Какого Тимофея? Здесь таких нету и не было никогда. Ну как же, Тимофей, директор финансовой винного завода, комнату у вас снимает. Это Антон, что ли, директор? Ну дает. Охранник он в местном кабаке. Только Антохи все равно сейчас нет. Алло, слышно меня? Мужчина, алло. Ну пойми ты, ну не мог я. Не мог я так спокойно на все это смотреть. Я же слышал, как ты Тимофею в своих бедах признавалась. Может, оно и к лучшему. Я никогда не любил ваш цирк. Ты прости, мне в аэропорт надо, меня такси ждет. Я позвоню. Уезжай! Из дома позвоню. Давай, не нужна тебе сестра! Давай! Оставался только твой муж и его любовница. Не нужно. Не надо трогать его, Тимош. Меня зовут Антон. Хорошо. Хорошо, Антон. Не надо. У меня есть план. И его нужно исполнять. Это война, запомни, война. А Тимофей? Тимофей больше не вернется? Не вернется. Он меня таблетками пичкал. Самой Осетии. А, но я с ним справился. Я все эти таблетки выкинул. Все. Все. Антон. Антон. Антон, послушай меня. Я умоляю тебя. Не убивай Макса. Я куда хочешь с тобой поеду. Слышишь? Хоть на край света, только не убивай. Любишь его? Нет. Нет. Он же мне изменил. Я просто не хочу больше смертей. Пусть его жизнь станет подарком. Твоим подарком. На нашу свадьбу. Свадьбу? Ты так решила? Ну что, лежи. Значит так, брат твоей жены, Тимофей Верников, после контузии был комиссован, но остался в Синвале, устроился там на винный завод. Там произошла небольшая авария, в которой он повел себя очень неадекватно. Называл себя Антоном. Он убийца. Он устранял всех, кто ее обижал. Кирилл, Гена, Валя, Рита. Осталось устранить только одного. Кто все время был с ней рядом и сделал ей больнее всех. Макс, елы-палы. Лиза догадалась, кто убил цирковых и Риту. Поняла, что я следующий, поэтому меня и выгнала. Зачем? Чтобы защитить. Он же придет за мной. Макс, если он за тобой охотится, ты в опасности. Спасибо. Я понял, знаю, что делать. Ну, подожди, куда ты собрался? Я тебя одного не отпущу. Куда едем? Макс, ты толком можешь сказать, что мы ищем, а? Да я понятия не имею, что мы ищем. Хоть что-нибудь. Так, успокойся, успокойся. Фу, стоп. Так. Все, стоп, 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 стоп. Я Лиза. Мне страшно. Рядом со мной больной человек. Мне очень страшно. Но я знаю, что мой муж будет меня искать. Я должна ему что-то оставить.
Ты моя умничка. Так. Последний вызов, посмотри. Стопудово, она ему звонила, Любовь. Сейчас, ну-ка. Вот. Ага. Так. 26. Набирай. Есть. Где моя жена? Она не твоя и никогда и не была, понял? Она моя, и это уже навсегда. А ты ищи, дружок, ищи. Я тебя найду, я тебя, тварь, размажу по стене, я тебе голову оторву! Ты что делаешь, а? Он же псих, нельзя так! Хуже будет. Алло, привет, дорогуша. Да-да-да, я тебе только что смс-ку скинул. Пробей этот номерок, очень важно. Я тебе говорю, очень важно, отблагодарю тебя. Все, жду. Сейчас она картинку скинет. Нормально, Северкову надо звонить. Че ему звонить, блин? Он опять в кабинете начнет всех собирать, вникать в курс дела, потом увольнять, орать. Нет времени на это. Так вот она, смотри. Я знаю это место. Где это? Маск! Маск! Ты обещал мне его не трогать, слышишь? Я ничего тебе не обещал. Это война, передо мной враг, а враг должен быть уничтожен. Ты чертов псих! Рот закрой. Лиза, прости меня, я не понимаю, что я делаю. Тимоша, Тимоша, слышишь меня? Ты борись с ним, пожалуйста, Тимоша. Мне таблетки уже даже не помогают. Просто он очень сильный. А я... Ты что, ты убил его? Надеюсь. Он мой брат, он не виноват, он просто очень болен. Так рад, что Антона больше нет. За год я сумел справиться. Лиза, ты прости меня. Мне очень стыдно за то, что произошло. Перестань. Перестань. Ты уже год извиняешься. Я тебя год назад простила. Это был не ты. Забудь. У меня новость. Я скоро стану мамой. Макс еще не знает, я тебе первым говорю. А как же получилось без медицинского вмешательства, без больницы операций? Да, чудо. Я очень хочу девочку. Мальчик у нас уже есть. Макс все связи поднял, пока дела с опекой уладил. Так что теперь нас будет четверо. Вчера Петька меня первый раз мамой назвал. А как же цирк? Ну, посмотрим. Я сначала рожу, а там видно будет. Возраст позволяет. Ладно, братик, мне пора. Ты не скучай здесь. Ладно? Увидимся. Ага. Увидимся. Очень скоро увидимся.
Пузырёшенький, ты пузырёшенький.